Светланка будет торты печь. Торты или что это будет? Что я буду печь сейчас? Свой это, львовский сырник хочу. А, львовский сырник. Да. Так, два яйца. Светлана прическу себе сделала, покрасилась вот так. Да. Здесь там сахара. Да, кстати, венчик. Да не надо, я пока вилочку сделаю. Жалко, что злагода была закрыта, чтобы творог там купить. Да? Я купила творог. Творог я еще вчера купила. Домашний, конечно, мне там обещала девочка, но она мне так и не принесла. Доля уже села. Кушать, говори, давай. Кушать мне давай, да? Долечка. 50 грамм масла. Так как назло, сегодня купила хорошее масло. Я ставила на работе. Андрюш, напомни мне. Забыла в холодильнике? Ну, да, так забыла что в сделать? Холодильник, еду по дороге, блин. Уже все закрыто, сейчас печь. Да хорошо, что я вспомнил. Что магазин был открыт, а так бы вообще, не знаю, как оно все то было бы. В ЭТБ бы поехал. Он открытый. Ну, Чарлик налаялся, уже пришел. 250 грамм масла. Вот так. Это на один. Так. 450 грамм муки, да? Да, 450 грамм муки. 2 чайные ложки разрыхлителя. И 3 ножки какао. Ну, может, я даже больше, в зависимости какао. Может, вот этого выбросил? Че, оно разницы нет. Ну, да, разницы нет такая. Я тебе 2 купил. Я добавлю. 1, 2, 3. Ну, ничего не будет, если больше. Будет темнее, правда? Ну да. 4 добавлю ложки. Так. Отдельно у нас здесь мука. Сейчас мы ее будем... И ложку кофе. Не хочешь добавить? А? И ложку кофе, чтобы чернее было. Не. Он темнее тогда будет, правда? Да. И вкус тогда будет другой. 2 ложки сюда муки. Чайные. Раз. Разрыхлитель. Угу. И 2. По сторону. Перемешаем сейчас это все. И вот так. Я так буду добавлять сюда. Сейчас будем это все хорошо перемешивать, а потом в холодильник. Хорошо, конечно, когда Вилька там что-то Виля бутылки ищет, переворачивает. Да. Хорошо, когда масло мягкое. Некоторые берут, натирают, но мне оно вот хорошо то, что масло очень мягкое. Не надо было его натирать. Сейчас, если главное... бы она удержала в холодильнике, да, то она была бы твердой. А сейчас главное его хорошо перемешать. И в холодильник пускай постоит хотя бы часик. И тогда будем его выпекать. Сделаем отдельно сырковую массу. Пока я ее не делаю, потому что хотя бы где-то через часик я сделаю сырковую массу. Так, вот так хорошо. Видите, я его вымешала. Ну, такой мягенькая получилась. И теперь переложу его вот в эту мисочку.
Сейчас накрою ее и поставлю ее в холодильник на часик. Так, приготовила я 1 кг творога, 5 яиц, ложка крахмала, 2 ложки манки, 100 грамм масла растопленного и ванильный сахар и 200 грамм сахара. Это на корже, да? Это в начинку. Сейчас ты мне вот так все хорошо собьешь, да. Это сама начинка. Собьёшь. Я понял. Ну хорошо, давай я буду взбивать. А я буду кушать. Хорошо, ты садись кушать. Ну, какая масса получилась. Я тебе уже сбил, Светланка. Ну, слабовато застыло. Так. Все, вот так. Ну, натирается. Теперь это надо будет сверху натирать, да? Да, натереть сверху. Теперь надо черным. И потом духовку. Теперь надо его отправить в духовку. И пускай выпекается с температурой 180 градусов. Где-то 45 минут, час. Так, это наш первый сырник. Светлана сегодня будет 3 штуки делать. Один домой. Другой. На работу. На работу. А третий? Один одной женщины хорошей. Попробовать. Нет. Послезавтра день рождения, чтобы не снимали. Попробовали вместе сырник. А какой запах обалденный. А потом уже, когда она остынет. Такой аромат. Это что? Сахарную пудру. Это же второй. Это в круглой форме. Это больше такой темнее. Я сейчас там еще третий допекается. Пускай тут хорошо они остынут, а потом их в холодильник. Шоу. А я думал, что ты уже его вытаскиваешь. Не-не-не, я же его в холодильник поставлю на ночь. Так, чтобы он хорошо. Вот так. Потом я его ж так из противня и понесу. А что, в нож нести? Потом домой принесешь. Ну, шею из противня его понесу, а как же его понесу? Вот это. Теперь я сейчас немножко сверху присыплю. И то я маленький принесу. Пускай тоже. Лежит то и то. Так. Присыплю. Я люблю. Не знаю, он у меня всегда хорошо получается. Дома у меня его все любят. Кто не приходит, им всегда нравится сырник. Еще я заказала Наполеон.
там булочнику гулять, там очень вкусно делают Наполеон. Я люблю Наполеон, но его не ем. Сейчас не тут, в смысле, что не ем, я его не готовлю, у меня нет на это времени заниматься Наполеоном. Вот. На работе я знаю, что очень любят девчата, говорили. И врачи тоже говорили, что очень любят тоже. Ну, это тоже будет вкусно. Да, это будет вкусно. Это классно вообще. Один для дома, один для нас на работу, а один для одной нашей зрительницы, которая всегда смотрит все наши видео. Но он на подходе. Еще чуть-чуть, и он уже будет готовый тоже. Третий вот он уже. Еще чуть-чуть. О! Это для нас домой. У нас круглый будет. Да, у нас будет круглый. Еще там находит третий. Вот уже последний получился, третий. Какой тоже шикарный. Пускай остынет, потом Светланка посыпет сверху сахарной пудры. Этот вообще так поднялся такой.